Верховный суд защитил право родственников банкрота на жилье. В своем решении Верховный суд признал незаконным включение в конкурсную массу жилья должника, в котором живут его родственники. В свое время должник переписал квартиру на них, однако нижестоящие инстанции разорвали сделку. Квартира же была включена в список имущества должника, которое может быть выставлено на торги. Но так делать было нельзя. Такова официальная позиция Верховного суда нашей страны. Иными словами, конечно, должник кое-что нарушил, переоформляя жилье на родных. Однако его совесть чиста. Он не пытался обмануть кредиторов, а хотел защитить своих родных. При этом Верховный суд России указал, что поскольку обстоятельства, определенные Конституционным судом и позволяющие отказать в применении исполнительного иммунитета, не были выявлены, то включение имущества в конкурсную массу должника незаконно. Таким образом, Верховный суд России защитил право членов семьи должника на проживание в единственном пригодном для проживания жилье, применив исполнительский иммунитет в отношении этого имущества. Ранее вопрос о сохранении права членов семьи на имущество, формально подпадающее под критерии единственного для проживания, не рассматривался с точки зрения исполнительского иммунитета. Действовали общие положения закона о банкротстве, о торгах имущества должника и преимущественном праве покупки супругом или иным лицом, обладающим правом долевой собственности в таком имуществе. Теперь кредиторы должны будут специально доказывать, что переписывая единственное жилье на родных, которым больше жить негде, банкрот поступал крайне нечестно. Например, жилье на самом деле не единственное, и родне есть куда пойти. Вот такой вот интересный случай из практики юристов. Если было полезно, поддержите лайком, подписывайтесь на канал. Я с вами прощаюсь. До новых встреч!